Так, всем привет. Давайте начинать. Меня зовут Виктор Еременченко. Я отвечаю за стабильность платформы в Авито. Я senior SRE. Больше 10 лет занимаюсь построением различных отказоустойчивых систем. Если вы хотите пообщаться за стабильность, масштабирование, отказоустойчивость, в мой Telegram пишите. И с удовольствием пообщаемся. О чем сегодня будем говорить? Мы сегодня будем говорить про стабильность платформы, про то, какие проблемы есть, как с ними бороться, когда пользователи узнают о проблемах раньше вас, о том, когда ваша платформа просто не работает, а о том, как есть основные метрики, и они не всегда помогают вам узнать состояние платформы, текущее состояние платформы. А перед тем, как начнем, давайте кратко о плане доклада. У нас 4 части. В первой части мы поговорим про метрики стабильности. Во второй части мы затронем нашу архитектуру мониторинга. В третьей мы затронем очень интересную тему про автоматическое решение проблем и как с этим быть, можно или нельзя решать проблемы автоматически. Ну и в конце мы подведем наши результаты. Ну и я поделюсь планами, куда мы движемся и что у нас есть интересного. Давайте начнем вообще о том, как устроена наша аналитическая платформа в Авито. И что такое аналитическая платформа? Основная задача платформы — это получить данные, обработать эти данные и отдать эти данные. Все просто. Под капотом у нас три движка — ClickHouse, Vertica и Trino. При этом Vertica имеет здесь основную массивную роль. Здесь самое большое количество данных хранится, и мы находимся в плане миграции на Trino, но это не тема нашего сегодняшнего доклада. Если поговорить по цифрам, мы получаем более 40 миллиардов событий в день от наших пользователей, от различных сервисов. У нас хранится больше петабайта данных. И каждый день более 300 аналитиков работают с нашими данными на нашей платформе. Ну и в день там суммарно более 1 000 000 SQL-запросов приходят в нашу платформу. И перед тем, как мы перейдем к метрикам, давайте я кратко дам такой верхнеуровневый overview, как вообще устроена платформа внутри. Как работает? У нас есть flow данных. С чего все начинается? Есть источники, которые генерят эти данные. То есть это различные базы сервисов. Могут быть там Postgres, MySQL, Mongo. Есть API различных сервисов, откуда мы эти данные тоже выгружаем. Есть Clickstream. Это самый большой источник наших данных. И есть различные таблицы, будь то CSV, будь то спредшиты, все что угодно. Далее эти данные поступают к нам в ДВХ. Мы их загружаем в сыром виде. И дальше начинается самое интересное. Мы раскладываем их в разные слои, делаем дедупликацию. И на третьем стадии именно обработки внутри ДВХ происходит расчет витрин, дата-витрин. И здесь это бизнес-логика, которая написана аналитиками. И в зависимости от этого данные объединяются, обогащаются и получаются в нужном виде, с которым можно уже работать. Дальше у нас есть отчеты в Redash, выгрузка в сервисы и запросы аналитиков. При этом есть очень интересные кейсы, когда сервис генерит данные, отправляет их в ДВХ, прямо на этом строится какая-то аналитика, и потом этот же сервис забирает эти данные в ДВХ и в зависимости от результата выполняет различную логику. Какие у нас есть ожидания от пользователя, от данных? Критичные данные должны быть готовы к 9 утра, важные данные к 10 утра и все остальные к 12. Вроде бы все просто. При этом у нас есть задержка данных, потому что это аналитическая платформа. Мы загружаем данные за вчера, и в аналитике отставание данных день минус один, то есть к 9 утра готовы данные, которые были получены за вчерашний день, это нормально. То есть в большинстве случаев эти данные поступают с задержкой. Но при этом у нас есть реал-тайм данные, для этого мы используем ClickHouse, и у нас есть сервисы в Авито, которые на основе этих реал-тайм данных работают и выполняют различные действия в нашем продукте. И вроде бы все просто, данные должны быть готовы, платформа работает, все стабильно, нет никакого повышенного использования, нет никаких дополнительных ошибок, сервера работают нормально, базы данных работают нормально, но приходят пользователи и говорят, а данных нет. Почему у вас нет данных? И спрашиваю, и этих ситуаций становится все больше и больше, когда приходят пользователи, и мы хотели, когда данные будут готовы. И на самом деле это очень тревожно. И чтобы решить эту проблему,
мы начали думать, а почему наши метрики не показывают нам то, что нам нужно? Наверное, потому что у нас не те метрики. И у нас было несколько вариантов метрик. Время готовности данных, доступность и полнота данных. И мы решили выбрать, в этом докладе я поговорю о двух основных метриках, это время готовности и доступность. Здесь я отбрасываю полноту данных, потому что это немножко такая узкая тема, специфичная для ДВХ, но на самом деле эту метрику нельзя отбрасывать от платформы, и мы ее мониторим, потому что она очень влияет на время готовности данных. Если ваши данные готовы в 9 утра, но при этом они не полные, это значит, вам придется их полностью пересчитывать, и они уже не были готовы в 9 утра. Поэтому эта метрика полнота данных может заэффектить полностью метрику готовности данных. Но здесь я сегодня о ней не буду говорить, а поговорим о первых двух метриках. Давайте поговорим о том, как мы их считаем. Время готовности данных. То есть представим, у нас данные должны быть готовы к 9 утра, но они не готовы к 9 утра, и они готовы к 9.30. Это значит, что у нас есть 30 минут, и 30 минут отставания мы считаем как недоступность. И меряем эту недоступность в девяточности, как измеряем uptime. Соответственно, у нас 30 минут простоя нашей платформы, так как пользователи не получили свои готовые данные. Под доступностью мы понимаем доступность наших компонентов, таких как Lighthouse, Vertica и Trino, куда аналитики делают запросы, чтобы получить эти готовые данные. Почему мы выбрали эти метрики? Основная ценность пользователей в том, чтобы получить данные в определенное время и чтобы это совпадало с какими-то прозрачными ожиданиями. То есть мы поняли, что это основная ценность для пользователя — эти данные. То есть важно, если нет данных, но аналитическая платформа работает, то, наверное, это не очень хорошо, и поэтому для нас метрика была убрана, потому что это является ценностью для пользователей. Еще один плюс здесь легко, когда есть четкая метрика, которая понятна и прозрачна всем, командам легко планировать свои цели квартальные и понимать, как они влияют на общую метрику и привязывать к этой метрике. И когда есть метрика, становится гораздо прозрачно, что ты делаешь, что будет сделано и какой результат мы планируем достичь. Ну и третье, тоже немаловажное, это фокус на метрике. Когда у нас есть значение, мы постоянно его смотрим, понимаем, куда мы движемся, есть ли у нас положительный тренд, если у нас есть отрицательный тренд, мы можем быстро посмотреть, что мы делаем не так, возможно, что-то переделать, какие-то наши планы и взять какие-то другие задачи в работу. Давайте посмотрим, что у нас получилось, когда мы первый раз посчитали эти метрики. Да, отставание данных. У нас есть девятка, но она не в начале. Получилось, что мы за квартал суммарно отстали на 240 часов. И на самом деле это очень большая цифра, что 240 часов данных просто не было готово вовремя. А по недоступности, и здесь я буду останавливаться только на вертике, потому что это сейчас наш основной компонент, где хранится весь основной объем данных. И у нас было в квартал примерно около 40 часов недоступности вертики. Это то, когда у нас было отставание данных, но еще плюсом 40 часов в квартал вертика была сама недоступна, значит, что с ней нельзя было работать, с нее нельзя было получить данные, нельзя было посмотреть отчеты, ну и, в общем, ничего было нельзя делать. И что мы, как мы эти данные собирали в первой итерации? То есть изначально у нас были инструменты, которые есть общие, доступные в Авито всем командам, это Graphite и Grafana, это сборы каких-то железных метрик серверов, всего остального, визуализация в Grafana, мы могли туда отправлять Graphite кастомные метрики. Потом у нас были данные по выполнению наших приложений, которые выполняют загрузки, которые выполняют расчет витрин. Мы их складываем в Mongo. И оттуда на основе этого строим аналитику. Также у нас вертика. Вертика сама в себе хранит данные о доступности своих нод. Мы получали это оттуда. И плюс у нас были логи инцидентов в спредшите, на основе которых можно было сделать, что были проблемы, и у нас было отставание. И на самом деле это не очень удобно. И мы решили вывести требования, чтобы понять, как нам гораздо проще собирать эти метрики, и чтобы это все происходило автоматически, а также мы могли строить эти метрики, добавлять новые метрики, которые нам позволят повышать наши основные стабильности, время готовности. Что мы сделали? Выписали для себя требования. Мы хотели, во-первых, переиспользовать
компоненты, которые уже есть в Авито, чтобы не плодить большого зоопарка, и плюс не делать какой-то свой флоу, а вписаться в общий поток. Потом мы хотели иметь гибкость к написанию кастомных метрик, потому что есть различные экспортеры, все остальное, но при этом хочется написать какую-то свою метрику, которая отвечает всем твоим потребностям, и часто это бывает очень сложно. Ну и плюс мы хотели долгое хранение метрик и логов. Мы составили весь список, протестировали очень много компонентов. В итоге мы остановились на векторе и кликхаусе. Здесь я не буду сейчас приводить анализ сравнительного теста, потому что, я думаю, много кто это уже делал, и это не основная тема. Как выглядит наша архитектура мониторинга? У нас есть наши источники метрик. Это могут быть экспортеры, это могут быть самописные скрипты, это может быть кликхаус, вертика. Дальше у нас есть вектор как скрейпер, то есть он выступает в роли сборщика метрик, но не только сборщика метрик. На этом моменте мы форматируем метрики в нужный вид, обогащаем, а еще мы делаем наши кастомные метрики на основе различных метрик. Об этом чуть позже поговорим. Дальше мы отправляем их в Kafka, и дальше у нас снова вектор, только выступает в другой роли, который выполняет простую функцию дублирования метрик между кликхаусом и графитом. И здесь мы как раз в графит отправляем метрики и вписываемся в текущую архитектуру, которая есть в Авито и которую можно использовать. При этом кликхаус, который у нас справа, это тот же самый кликхаус, который и слева. Соответственно, на основе каких-то метрик и логов мы можем делать кастомную метрику и снова отправлять по этому пути и снова записывать. Почему мы выбрали кликхаус? Во-первых, одна из причин, потому что мы уже кликхаус используем в нашей платформе, мы умеем его масштабировать, умеем готовить, и, соответственно, нам было гораздо проще подготовить его для большого объема метрик и логов. Да, кстати, забыл сказать, что примерно такая же архитектура и для сбора логов. То есть мы также собираем логи в кликхаус, и в одном месте у нас лежат и метрики, и логи, и на основе логов мы можем делать кастомные метрики, которые снова складываем. Плюс мы можем хранить очень долго в кликхаусе. Если нам не хватит, мы его спокойно отшардируем. Ну и мы же аналитическая платформа, мы можем пользоваться всеми плюшками SQL и делать красивые дашборды на основе этого. Вектор. Когда мы выбирали вектор, мы провели очень много тестов. Один из тестов был как раз на производительность по сбору логов. И здесь нам нужно было собирать логи вертики. И вектор как раз показал себя очень хорошо по производительности. При этом также он работает со всеми необходимыми источниками данных, которые у нас были. Гибок в развертывании. Мы можем его развернуть как сайдкарами в Kubernetes кластере, можем развернуть в деп-пакетами на железных серверах, и будет все одинаково. Также плюс гибкий по функционалу, может выполнять две роли, как роутер, так и скрейпер. Есть YAML, который спокойно конфигурируется, плюс у вектора есть механизм встроенного юнит-тестирования, когда вы можете сразу же при написании вашего конфигурационного файла протестировать и проверить, а все ли хорошо, и не выкатывать проблемы на прод. Ну и Vector Remap Language — это язык, который позволяет, я хочу сказать легко, на самом деле не очень легко, но позволяет вам обогащать метрики, получать кастомные метрики, плюс парсить логи в нужном вам формате и работать с этим. В итоге мы остановились на этих двух компонентах как основные компоненты нашего мониторинга. Давайте теперь поговорим на основе метрики стабильности и доступности, на основе вертики, как мы собираем метрики вектором и что вектор может нам предложить и помочь для сбора этих метрик. Начнем со статуса вертики. То есть здесь пару слов об архитектуре. Вертика сама по себе отказоустойчивая база данных, это аналитическая база. Там есть механизм cassave, то есть когда есть параметр 1, значит, что, допустим, у вас есть 50 нод в кластере, и каждая нода содержит данные свои плюс какой-то одной body ноды. И если одна нода упала из кластера, данные будут читаться и записываться на body ноду, соответственно, кластер будет доступен, и все должно быть хорошо. Но на самом деле не все так просто,
И когда падает нода, случаются какие-то ограничения, которые как раз влияют на работу загрузки данных, влияют на текущие SQL-запросы, влияют на расчет витрин, и все это может привести к падению этих механизмов и тем самым повлиять на метрику готовности данных. При этом, если у вас у ClickHouse есть HTTP endpoint, по которому можно посмотреть статус каждой ноды и спокойно собирать, то у Vertica есть системная таблица, где можно смотреть каждый статус ноды. Вроде бы все отлично, но случаются проблемы, когда у нас много запросов, люди работают с Vertica, эта системная таблица начинает отдавать ответ долго. Соответственно, метрика может вам не доходить. И когда мы просто начали, у нас есть наш executable script, который собирает эту метрику, отправляет ее в вектор по этому всему flow, мы получаем дашборд в графане. И что мы видим? Вот здесь есть пример того, когда нода упала, да, она перешла там в падение, она потом начала восстанавливаться, восстановилась, но при этом есть false positive срабатывания. И эти false positive срабатывания на самом деле могут быть очень часто. То есть когда мы сначала запустили этот статус, у нас было все отлично, но потом их прямо повалило. И на дежурного сыпалось очень много алертов, и это очень сильно мешало и отвлекало. И здесь то есть мы решили использовать механизм обогащения метрики внутри вектора. То есть мы дополнительно собираем информацию скриптом о запущенных всех процессах на каждой ноде и, соответственно, собираем время работы процессора. И если вдруг у нас вектор статус вертики не отдает данные, но при этом процесс запущен, мы считаем, что она доступна. Тем самым наш график получается без false positive срабатываний, и мы, соответственно, тем самым сократили отвлечение дежурного от других задач, чтобы лишние алерты не приходили. Давайте посмотрим на примере дашборда аптайма. Здесь мы, благодаря данным в ClickHouse, можем построить один дашборд. То есть у нас таблица из ClickHouse подключена к Vertica как внешняя таблица. Дальше мы пишем большой SQL-запрос. И на одном дашборде собираем данные о том, когда Vertica была недоступна, когда какая-то нода была недоступна. И здесь их отображаем как, когда весь кластер недоступен, это полный downtime. Когда какая-то нода недоступна, это частичная деградация. Потому что, да, случилась проблема, но данные доступны, надо просто перезапустить чаще всего запрос, либо выполнить какие-то другие действия, но с вертикой можно работать. А почему это важно, почему я хочу это показать? Потому что на одном из моих предыдущих мест работы, я работал в компании, где было очень много миллионов пользователей по всему миру, мы строили дашборд аптайма на табличке из спредшита. То есть даже большие компании иногда строят дашборды аптайма на табличке спредшита. Здесь же у нас получилось его построить на основе данных, которые приходят автоматически. Соответственно, у нас есть, автомат обновляется, и не нужно никаких ручных действий. Еще одна из примеров то, как можно использовать, как мы используем вектор, это проблема с потреблением памяти Vertica. Vertica, она сама написана на C, у нее есть пользовательские функции, которые пользователи добавляют, они тоже могут быть написаны на C, могут быть написаны на Python, и они запускаются в отдельном процессе, и этот процесс может потребить много памяти, потому что ну, какая-то работа этой функции идет не оптимально, и не всегда она написана корректно. И когда происходит высокое потребление памяти, в работу вступает OM-киллер. Что он делает? Он просто убивает процесс, а заодно убивает и вертику. Все просто, да. И, соответственно, у нас случалось очень много таких падений. И да, нам нужно как бы оптимизировать запросы, но мы не всегда можем контролировать, что пишут пользователи, и делать их супероптимальными на ранних этапах. И такие ситуации могут случаться. И в этой ситуации мы опять с вектором обогащаем метрику по потреблению памяти процесса, мы добавляем туда имя, номер сессии, и, соответственно, у нас уже есть номер сессии, которую необходимо закрыть, чтобы убить этот запрос до того, когда он был убит OM-киллером. И для дежурного приходит команда select close session, и туда подставляется session ID. То есть достаточно выполнить эту команду, и вот тут вот как раз мы
приходим к тому, что эта проблема может решаться автоматически. То есть на самом деле, возможно, дежурный здесь и не нужен. Но вот именно в этом кейсе мы не пошли дальше, потому что не всегда все сессии нужно убивать. Иногда сессии бывают хорошие, но потребляют много памяти, и их убивать не нужно. И тут уже как раз человек может определить, когда нужно убивать, а когда не нужно. И в итоге у нас получилось сократить это время решения проблемы до 1 минуты и, соответственно, предотвратить очень много различных падений, которые бы также повлияли на остальные метрики. А если поговорить вообще о том, как нам работается с вектором, да, мы его еще не полностью везде внедрили во всей нашей инфраструктуре, но у нас какой-то положительный, я бы сказал, опыт работы с ним. У нас есть кастомные источники, с которыми мы работаем, есть вектор и map language. Он может выполнять различные роли. Я сказал, что есть там юнит-тесты, и при этом удобная конфигурация и использование YAML. Но есть при этом некоторые минусы. Один, наверное, основной минус, который я для себя отмечаю, тем, чтобы работать с секретами, необходимо написать кастомный скрипт, который будет доставать для вас эти секреты, потому что нету никакой встроенной интеграции с секрет-менеджерами, такими как Vault, либо еще чем-то. И вот это прям иногда очень больно. Приходится, ну, менять код, который ты не хочешь иногда менять. И, наверное, еще один такой нюанс. Я бы, наверное, не очень бы отнес бы его к минусам, но вектор remap language, он себя очень сильно подстраховывает, и часто нужно прям оборачивать различные дополнительные конструкции, чтобы срабатывали проверки на валидность данных, но здесь помогают отлавливать тесты, потому что не сразу заметно, что нужно обернуть какое-то преобразование, но тесты это подсвечивают, и с помощью тестирования эта проблема очень легко решается. А если мы сейчас, давайте поговорим тогда о время готовности данных, как раз и опять на примере нашей вертики, потому что там находится основной объем данных. Как я говорил, то есть у каждой ноды есть body-нода, когда она падает, в работу вступает body-нода. И вроде бы кластер отказоустойчивый, но есть ограничения. Во-первых, одно из ограничений — пропадают локальные временные таблицы. Они превращаются в тыкву. Соответственно, но при этом многие загрузки работают именно с локальными временными таблицами, чтобы их потом не чистить, так как они чистятся автоматами. Происходит, возможно, падение каких-то запросов, которые выполнялись на этой ноде. А также может быть разрыв коннекта, потому что когда вы работаете с вертикой, коннект устанавливается с одной нодой из кластера, но при этом запрос выполняется на всех нодах, то есть эта нода выполняет ваш запрос на всех остальных нодах, чтобы собрать все необходимые данные. И при этом, если в этом участвовала именно эта нода, которая упала, то запрос упадет. И здесь есть разные примеры ошибок, которые могут случиться при падении. То есть и у нас это, когда падала нода на этапе работы загрузок или насчета витрины, это приводило к падению загрузки. Если это какая-то суперкритичная загрузка, от нее зависело все остальное. Если была критичная витрина, от нее могли упасть все критичные витрины. И пока нода не поднялась, соответственно, это был простой, и мы опаздывали готовности данных и, соответственно, и не могли вовремя доставить их нашим пользователям. Что мы хотели сделать? У нас есть два варианта решения. То есть мы можем обработать эти падения как на стороне клиента, на стороне наших загрузок, либо расчетов, на стороне нашего приложения, либо на стороне базы данных. И здесь происходит дилемма, которая... Я думаю, происходит часто. Разработчики говорят, база не должна падать, база должна быть отказоустойчивой. Там команды из DBA говорят, нет, ваше приложение должно быть готово к падениям базы. И тут мы можем затронуть и долго говорить про тему отказоустойчивости баз. Вообще я для себя считаю по своему опыту, что отказоустойчивости баз не существует. Потому что любая отказоустойчивость — это какой-то минимальный downtime, и всегда нужно быть к этому готовы. И поэтому здесь мы выбрали решение, чтобы поправить наше приложение готовности этому, таких ситуаций. Что мы сделали? Соответственно, каждую ошибку мы обрабатывали отдельно. Есть индивидуальные кейсы. Иногда нужно перезапустить какой-то этап работы загрузки или работы расчета витрин. Когда-то нужно просто сбросить сессию, и все будет нормально для каких-то ошибок.
для некоторых ошибок нужно перезапустить какой-то запрос. Ну, для витрин чаще всего необходимо перезапустить весь флоу расчета именно этой витрины, потому что там были временные таблицы, и необходимо их снова создать. Но это происходит автоматически. То есть мы сделали наше приложение так, чтобы при падении базы какой-то ноды все автоматом отрабатывало, и приложение было готово к этому. И тем самым мы продолжали расчет, продолжали загрузку, и это не переставало влиять на время готовности данных. Что у нас получилось? То есть у нас было примерно 40% от всех инцидентов связано как раз с падением нод, и они аффектили наше время готовности. После того, как мы выкатили эти изменения, мы смогли сократить влияние падения почти к минимуму. То есть да, у нас иногда они случаются, происходит задержка, но чаще всего задержка помогает не такая долгая, и мы успеваем быть готовыми, допустим, до 9 утра. Или по загрузкам мы успеваем готовыми до SLA работы загрузок. И это никак... То есть падение ноды оказывает очень минимальное влияние. Если мы поговорим как раз об автоматическом решении проблем, и у нас был кейс, когда можно автоматом закрывать сессию, есть кейс, когда падает база, и тут как раз вот application database, и здесь каждому нужно определить для себя, что выбрать. Где-то делать отказоустойчивость на стороне application, где-то решать проблему на стороне базы данных. Мы для себя в каких-то кейсах решаем для application, но при этом, забегая вперед, скажу, что и проблемы с падением мы тоже решаем, потому что если их можно решить, почему их не решать? Но при этом приложение все равно должно быть готово к тому, что иногда база данных будет недоступна, и это нормально. То есть приложение должно быть обрабатывать различные события, и независимо от того, какая это база данных. Потому что всегда на переключение файловера внутри Postgres, Redis или еще какой-либо другой популярной базы уходит время, и, соответственно, это время ваше приложение не сможет общаться с этой базой. И вам нужно это отрабатывать. Плюс здесь важно очень отметить, что при автоматическом решении проблем нужно максимально минимизировать затраты людей. Потому что если вы можете это сделать, лучше это сделать. И это инвестиция в будущее, инвестиция во время, которая поможет потом освободить это время и использовать на другие задачи и развивать вашу платформу. Давайте перейдем и поговорим к тому, что у нас получилось с нашими метриками и какого результата мы смогли достичь. Сначала давайте поговорим про доступность. Как я говорил, показывал сначала, у нас было примерно 40 часов в квартал недоступность вертики. Мы решали в том числе и проблемы как и с временем готовности данных, так и проблемы с доступностью. И тем самым мы смогли, у нас есть два больших кластера. На одном основном кластере мы смогли достичь время даунтайма в квартал равное нулю. То есть мы смогли сделать так, чтобы кластер полностью не падал. Да, есть падение каких-то нод. Они примерно находятся на одном уровне, то есть каждый квартал. И с этим нужно еще что-то сделать, и мы планируем это делать. Но при этом мы добились того, что весь кластер полностью, когда, конечно, действительно наши загрузки и наши расчеты витрин не будут работать, у нас все к нулю. При этом у нас есть второй кластер, с которым работают пользователи. И вот он как раз не совсем стабильный. И как раз из-за того, что с ним работают пользователи. Потому что различная вертика, она не всегда готова переваривать любые запросы. И бывают ситуации, когда какой-то один запрос может завалить весь кластер. Мы планируем с этим тоже делать. И у нас есть в планах отхватывать, анализировать такие запросы на ранних стадиях, и если мы понимаем, что есть высокий риск падения кластера, мы будем их отбивать до того, как они начнут выполняться на вертике. По времени готовности данных. Я рассказал о том, что мы делали различные приспособления наших приложений к падениям вертики, но при этом, помимо этого, мы еще мигрируем на Trino и смогли перевести очень большой кусок данных, которые занимали очень много ресурсов для расчета этих данных, как раз в Trino.
И это позволило нам переиспользовать на оставшиеся расчеты гораздо больше ресурсов вертики. В итоге что мы получили? У нас получилось снизить число инцидентов и сократить общее время расчета. То есть если посмотрите на этот график, то здесь видно, что у нас прям было очень тяжело в январе-феврале. И где-то после середины марта мы смогли очень сильно дать, все наши изменения дали буст как раз тому, что у нас стали данные готовы даже раньше 9 утра. Да, у нас случаются локальные единичные инциденты, которые влияют на нашу метрику, но при этом все это выглядит гораздо стабильнее, и общее время готовности данных тоже смогло уменьшиться, соответственно, данные полностью готовы раньше. Если поговорить по цифрам, то у нас получилось снизить отставание с 240 часов до 150 часов. При этом наша цель — 120 часов. Да, мы готовы отставать по часу в день, потому что это, в принципе, разумная цифра. И на самом деле не всегда данные нужны прямо секунда в секунду. И иногда час отставания — это нормально. Если мы будем отставать меньше, то здесь нам нужно гораздо больше ресурсов потратить на это, и, наверное, это будет не очень обоснованно и не очень целесообразно. По недоступности вертики мы смогли с 40 часов перейти в 0 часов. Что мы планируем сделать? Для нашей аналитической платформы мы хотим для пользователей сделать единую точку входа, которая будет показывать о том, что сейчас вообще происходит, какой статус по нашим метрикам, какой статус по готовности данным, есть ли нет проблемы, чтобы пользователи не шли куда-то в канал и не писали в чатике, готовы ли данные, или там ходили, делали запросы. Нет, у нас будет единая точка, это наш статус page платформы. Здесь я привожу пример одного из дашбордов дежурного, и на основе него мы добавим сюда значение по нашим метрикам, наш таргет и статистику за последние там 10 дней по готовности данных. А здесь, на этом дашборде дежурного, наш дежурный может легко понять, что вообще происходит, с помощью гантчартов увидеть, есть ли нет проблемы, и иногда, возможно, предотвратить какие-то будущие инциденты. Если мы поговорим вообще про мониторинг платформы, про стабильность платформы, то, наверное, чтобы перед тем, как это делать, нужно определить основную ценность для пользователей. То есть если вы хотите понять, стабильна ли ваша платформа и как пользователи комфортно себя чувствуют на ней, необходимо понять, а что для них важно, что действительно они хотят. То есть для нас это готовность данных, но при этом 9 утра — это как бы ожидание, но на самом деле не все пользователи готовы данные ждать с небольшой задержкой. И вот отставание там 30 минут или час — это в принципе окей. Соответственно, это нам помогает построить наш таргет и нашу цель, куда мы можем двигаться. Также вы можете у себя определить, что является для вас основной ценностью от вашей платформы, и на основе этого можете уже выбирать метрику, собирать ее и делать вашу платформу стабильной. На этом у меня все. Огромное спасибо. Здесь есть QR-код. По нему можно проголосовать. Также есть мой Telegram и есть наш канал DataTech. Можете подписаться, там мы публикуем различные новости нашей аналитической платформы и то, куда мы движемся. Спасибо. Спасибо большое, Витя. Сейчас есть время для вопросиков. Виктор, спасибо за лекцию. А расскажи, пожалуйста, про эти... Про то, как вы вообще работаете с метриками, как отслеживаете ли их актуальность и какие-то выводите из эксплуатации. Ну, потому что я, вот, например, пришел в компанию там более полгода назад и тоже столкнулся с задачей того, что я системный аналитик, вот с тем, что нужно поставить задачи на метрики, и нужно проанализировать все текущие метрики. А там некий зоопарк систем, то есть монолит, уже что-то сервисы какие-то сделаны, есть куча метрик, и никто не знает, как бы, кто чем пользуется. Вот, а как с этим работаете вообще? То есть, типа, вводите какие-то метрики из эксплуатации, потому что вот, при мне, например, несколько метрик было выведено как неактуальные, и они просто собирали, жрали ресурс, но никто про это не думал. Да, все так. Есть очень много метрик. Вот как раз то, что было у нас в самом начале, у нас было реально большое количество различных метрик, которые не показывали нам, и они нам абсолютно не нужны. Вот.
выводим ли мы их, мы выводим те метрики, которые мы добавили сами в нашу как раз систему. То, что собирается основной платформой, основными компонентами Авито, оно обычно раскатывается автоматически, и тут мы никак не влияем, потому что у нас там есть отдельные команды, но я бы, допустим, выводил, потому что это потребление ресурсов. Поэтому с нашим кликхаусе, то есть то, что мы складываем в наш кликхаус, мы понимаем, если нам это не нужно, мы это убираем. Допустим, у нас есть по логам большие логи вертики. Вертика, там каждая нода пишет несколько гигабайт логов, у нас получается в сумме в день там до 500 гигабайт. Мы складываем это в кликхаус, и на самом деле нам все это не нужно. И мы здесь понимаем, что нужно, допустим, сократить ретеншн. Мы иногда их используем для расследования проблем, поиска причины падений и все. Либо построить какую-то аналитику, как часто проблема возникала. То есть нам достаточно примерно там 3 месяцев хранения этих логов. Также с метриками. Мы понимаем, какая глубина нам нужна, и чаще всего делаем на это. Но при этом, если вдруг мы начали какую-то метрику собирать и поняли, что она не нужна, да, мы ее удалим. Вот. Но железные метрики, они живут как есть. То есть, возможно, иногда в некоторых кейсах они понадобятся. Допустим, недавно нам понадобилась метрика по количеству софт-РКЮ и ретрансмитов на сетевой карте, потому что у нас были проблемы. И, ну, я бы никогда не подумал, что эта метрика нам может понадобиться. Но с помощью нее мы обнаружили проблему на наших серверах и смогли ее исправить, да. Спасибо, Виктор, за доклад. У меня 3 вопроса, я постараюсь покороче их задать. Первый про доступность данных. Вот вы говорили, что там 9 часов самые важные, потом там чуть попозже. И тут же сказали в конце доклада, что некоторые пользователи готовы мириться с задержкой. Были ли попытки переклассифицировать те данные, где пользователи готовы мириться, условно степень важности понизить? Первый вопрос. Второй вопрос. Если я правильно услышал, вы начинаете расчет за предыдущие сутки ночью, да, 0, и к 9 первая порция данных должна быть выдана. Какая команда занимается поддержкой этого сервиса, что это за люди, в каком режиме они работают, сколько человек? И третий вопрос по поводу того механизма, что за механизм, которым вы анализируете доступность данных к нужному времени? Вы замеряете готовность конкретных витрин? Как-то их агрегируете, как это происходит? Угу. Давай попробую ответить с самого начала. Мы всегда, то есть есть приоритизация по критичности данных витрин, то есть определяется тип критичности, который проставляется автоматически на том, как используются эти данные, то есть как часто они смотрятся и так далее. Если есть какая-то витрина, которая никем не смотрится, то ее приоритет будет понижен, а плюс у них есть различные зависимости. И там прямо очень большой граф зависимости, и какая у основной витрины критичность, так и у всего графа критичность. И это периодически меняется. Мы вообще, как бы наша цель, чтобы пользователи, если мы стремимся к тому, то есть мы хотим переехать на Trino. Почему на Trino? Потому что мы можем хорошо масштабироваться. Вертика хранит у себя, как она считает, и данные хранит у себя. У Trino под капотом, соответственно, есть worker-ноды, и есть какой-то storage, backend, где хранятся все эти данные. И, соответственно, вы можно легко изолировать. И наша цель, если вы хотите, чтобы ваши данные были прямо у вас суперкритичные данные, и вы хотите готовность их раньше, чем на это время, давайте переезжать в Trino, изолированный контур, и они будут считаться отдельно, им никто не будет мешать. Но этот процесс идет, мы к этому стремимся, вот, но сейчас как раз по критичности это у нас есть процесс, который автоматически меняет приоритет витрин. По команде, то есть у нас есть несколько юнитов, которые отвечают за различные этапы готовности данных. Кто-то отвечает за расчет витрин, кто-то отвечает за загрузку. Сейчас это работает все автоматически. Команда работает в обычное рабочее время, и дежурный дежурит с 10 до 8. То есть у нас нет ночного дежурного. Нет, никто не следит, он работает автоматически. Если случится проблема, она должна решиться автоматически. То есть наша цель, чтобы ночью никто не дежурил. Мы хотим прийти к тому, что ночные проблемы должны решаться автоматически, и дежурный должен спать ночью. Соответственно, обычный рабочий день, и все. А третий вопрос? Механизм замера, да. Соответственно, у нас есть какая-то там основная витрина, которая должна быть готова к 9 утра, и на ее времени готовности мы меряем ее отставание. Соответственно, по критичным данным у нас есть группа витрин, и мы говорим, что к 10 утра должны они готовы быть все. Если какая-то из них задержалась, значит,
данные не готовы, и это считается даунтаймом. Это автоматически тоже строятся данные из по времени готовности, и у нас есть дашборд с этим, который автоматически обновляется и со всеми циферками. Ну и вот так мы мониторим. Добрый день, Виктор, спасибо за доклад. У меня вот тут такой вопрос зародился. А сейчас на хайпе искусственный интеллект. И как вы думаете, поможет ли нам, инженерам, разработчикам в плане мониторинга он? То есть анализа статистики, как-то реализации, доработки мониторинга, вот каких-то базовых таких задач. Ну и плюс вы сказали, что хотите, чтобы дежурные ночью не работали. Может ли он как-то это тоже нам в этом плане помочь? Хороший вопрос. Супер, модно, современно, да. А, наверное, поможет. Смотря какие у вас есть задачи, то есть все зависит от кейса. Если у вас, конечно, очень специфично и индивидуально какая-то ваша инфраструктура, среда или ваша платформа, то здесь будет, наверное, тяжело, потому что необходимо дать больше данных. А какие-то простые вопросы вы можете легко решать с помощью искусственного интеллекта. А по поводу дежурства, да, мы хотим обрабатывать наши кейсы алерты ночью автоматически. И у нас есть идеи в том, что мы должны как-то их анализировать и на основе чего-то принимать решение, двигаемся мы дальше или нет, какой у нас есть флоу. Ну, я не буду говорить про всю компанию, я буду говорить сейчас только про нашу аналитическую платформу, потому что Авито — это очень большая компания и очень много разных юнитов и направлений. У нас находится на плане проработки. То есть у нас сейчас готового пока нет, но мы двигаемся в эту сторону. Последний вопросик. Виктор, спасибо за доклад. Вопрос следующий. Даете ли вы какую-то обратную связь пользователям, когда, допустим, вот сессию убиваете или тем более автоматом? Ну, то есть вот пользователь условно запустил, запрос придет в базу, вы ее убили, его сессию, он снова запустил. Как пользователь на это реагирует? Но тут есть несколько способов. Можно заблокировать пользователя, и он придет сам. Но это не самый такой хороший способ. Конечно же, нужно написать человеку и понять его use case. Потому что он не намеренно это делает, он хочет получить эти данные, и, соответственно, он хочет их забрать. Возможно, у него какие-то есть там неоптимальные запросы, еще что-то. И наша цель помочь человеку сделать так, чтобы это не приводило к падению. Конечно, мы сразу находимся в коммуникации. Если там какой-то автоматический, это был расчет витрины, соответственно, у нас есть код, который выполняет этого. Мы убили сессию, убили этот запрос, и мы пишем овнеру этой витрины, чтобы он, попросим его исправить, чтобы это не приводило к такой проблеме. Ну, то есть это входит уже, здесь подключается у нас дежурный, и это задача дежурного написать, сконтактировать с овнером.